В преддверии Хэллоуина жители Нью-Йорка могут украсить дворы не тыквами, а снеговиками. Такой холодный октябрь – редкость для Нью-Йорка. Обычно средняя температура не опускается ниже 13 градусов тепла, а сейчас там минус 7. Дороги в штате покрылись льдом, это спровоцировало многочисленные аварии. Синоптики прогнозируют улучшение погоды уже завтра. Циклон, который вызвал осадки, в настоящее время движется на восток страны.